У вас дома электроплита, и вы не знаете, как обсмолить с курицы волосы, это не проблема. Сейчас в продаже есть вот такие горелки, которые включаются. Вы регулируете напор, одеваете курицу на вилочку и обрабатываем. Также мы делаем и бедро. Накалываем. Можно держать как-то в руках вот так вот. Или если кому удобно, можно поставить. И вот так вот. Только нужно быть очень осторожным, потому что вещь опасная. Так и дальше. Вот мы обработали все мясо, которое у нас было. Удалили с помощью горелки лишние волосы на курице. Теперь для любителей шкурочек будет очень удобно и комфортно кушать без волос.